Прокуратура города Ицехо 4 января предъявила обвинение немецкому производителю корма для животных. Это произошло после того, как в продукции фермерских хозяйств, использовавших эти корма, обнаружили ядовитое вещество диоксин. В Нижней Саксонии пришлось также временно закрыть около 1000 ферм. Расследование показало, что при изготовлении комбикорма использовались жировые остатки от производства биодизельного топлива, предназначенные только для технической промышленности. Мы проводим предварительное расследование в отношении лиц из Уэттерсена, ответственных за производство кормов для животных. У нас есть первоначальное подозрение в преступном действии, нарушающем закон о кормах для животных. Возможно, зараженные корма появились на рынке, что может нанести огромный вред людям и их здоровью. Диоксиновый инцидент не только лишает покоя потребителей яиц, мяса птицы и свинины, но и бьет по карману фермеров. 1000 фермеров, которым мы запретили торговать, больше не получают прибыль, но по-прежнему имеют затраты, что, вероятно, угрожает их финансовому существованию. Вопрос о компенсации необходимо решать. Так что и по этой причине мы должны провести расследование, чтобы установить виновного в случившемся беспорядке. Диоксин – это опасное химическое вещество. Попав в организм человека, оно может вызвать снижение иммунитета, бесплодие и даже рак.